Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал ТП Лабс. Сегодня речь пойдет о нашем новом проекте, который называется «Титановая кибитка». При постройке данного автомобиля мы хотим отработать технологию сварки титана, попробовать в работе мотор-колеса, ну и, так скажем, обкатать технологии для будущих своих проектов. То есть, можно так сказать, у нас было очень много титановых труб, есть какое-то свободное время, и решили попробовать. Как это дальше применять, до конца пока не знаем. Это автомобиль будет с кузовом. В принципе, можно будет использовать ее как техническую тачку там, для уборки газонов и т.д. И также для перевоза мелких грузов. Грузоподъемность, я думаю, 300 кг у нее будет в кузове. Давайте перейдем к модели. Мы решили все вначале нарисовать в SolidWorks, чтобы понимать, как чего. Вот Дмитрий продемонстрирует вам модель нашей чудо-кибитки. Ее основа, в основе пространственная рама из 40-х и 20-х труб. Вот, маятник, как вы можете видеть, сделан будет из квадрат трубы из алюминия АД-31, хотели из АМГ, не нашли. А остальные все элементы, уши крепления, там, площадки и т.д. из титана в ВТ-1.0. Вот. Ну, где-то будет применяться в ВТ-8. Так, передняя подвеска от Жиги. Вот, аморты от Жиги. Вот, сейчас вы увидите, что у нас уже сделано, как это выглядит в натуре. Так, да, двигатели, мотор, колеса солишки, 72 вольта по 3 киловатта каждый. Как заявлено, 225 ньютон-метров, китайских ньютон-метров крутящего момента. Ну, я думаю, скорость километров, ну, без нагрузки, без загруза разгонится километров до 50, я так думаю, увидим. Вот, будет она одноместная, будет шикарно там внутри сидеть. Итак, мы начинаем варить раму, сделали прикладки, выставили все диагонали. Теперь будем варить с подулом, у нас трубы стало 1.0, присадка стала 1.0, подул стоит 4 литра в минуту, ну, на такие малые зазоры это будет достаточно. Мы сейчас, собственно, начинаем варить. Варю линзой, наверное, 24-й. Как-то так. Итак, на данный момент мы сварили вот этот вот нижний квадрат, варили, естественно, с поддувом, все тут у нас хорошо. Далее мы погнули вот такие вот дуги, прихватили их, потому что нам чуть-чуть не хватило металла. Далее нам нужно будет здесь сделать разделку труб и прихватывать как-то вот так. Собственно, это у нас будет основная кабина. Дальше здесь будет привариваться крепление маятника. Ну, там дальше пойдут трубы, усиление и так далее. Ну, в общем-то, делаем здесь разделку, прихватываем и варим с поддувом, опять же, потому что титан без поддува варить нельзя, он будет трескаться. Итак, мы собрали на прихватке вот такую вот кабину. И дальше переходим к сборке передней подвески. Она у нас будет восьмерочная. И чтобы у нас ступица не разбиралась, нам нужно выточить, так сказать, шрусообманку, чтобы она, ну, ее скрепляла, и здесь у нас притягивалась гайкой. Так что сейчас будем точить.
Итак, вот такие вот у нас получились, так сказать, шрусы-обманки. Они у нас будут вставляться вот так вот сюда плотненько и отсюда притягиваться гайкой. Потому что подшипник у нас тут двухрядный, чтобы он не разобрался, его надо стянуть. Ну, естественно, тут у нас будет шайба стоять. Ну, вот как-то так. Ну вот я собрал переднюю подвеску, выставил ее, так сказать, в пространстве. То есть сначала выставил развал, поставил здесь центр регулировки, выставил предварительно развал просто по уровню. Далее выставил кастер на обоих стойках. Кастер здесь будет довольно-таки большой, потому что машинка планируется очень легкой. Затем здесь приварил трубы, вырезал на лазере пластинки. Эта труба, естественно, уберется. Это чисто просто, чтобы сейчас связать конструкцию, чтобы она правильно стояла в пространстве. И теперь можно продолжать обвязывать переднюю часть автомобиля. То есть у нас пойдут отсюда дуги. Вот так, вот так, вот так. У нас должна получиться жесткая пространственная конструкция. Ну, собственно, продолжаю. Ну вот, господа, смотрите, что у нас получилось на данном этапе. Часть пространственного каркаса сварена. Вот. Отрабатываем, так скажем, сварку титана с присадкой. Это ВТ-1.0. В принципе, прочность хорошая. Вот. Установлена передняя восьмерочная подвеска. В будущем часть деталей, я думаю, переточим из титана или алюминия. Вот этот рычаг, вот эту вещь. Вот. Здесь, я думаю, мы внутри здесь у нас еще будет багажное отделение, посмотрим. Вот. Вес ее где-то примерно сейчас, ну, килограмм 60, наверное, половина элемента подвески весит. Сам титан довольно-таки легкий. Вот. Ну, вроде сваривать получается более-менее, есть косячки, но нормально. Кстати, вот обратите внимание здесь, вот эти уши мы резали на лазере, подобрали режимы, пятерку режет, вот. Но со спецэффектами. Вот, двигатели мы будем вот такие использовать. Вот он, двигатель, мотор, колесо, 72 вольта, 3000 ватт. Вот. Вот так вот, посмотрим, надеюсь, выдержит, это все поедет. Ну вот, господа, то, что получилось на данный момент. В следующих сериях вы увидите развитие данного проекта. Всего хорошего, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до свидания.